В первом акте балета «Дон Кихот» огромное количество перемежающихся. То на пуантах танцуют, то на каблуках танцуют. Огромное количество характерных танцев. И вот такими тоже блесточки, такие шедевры были. Это по музыке просто замечательно совершенно сделал. И танец с ножами, с кинжалами. Мерседес, уличная танцовщица, которая танцует после танца торадоров с ножами. Концертный как бы номер, который на площади танцует торадоры. Естественно, каждый из тех, кто восстанавливал этот спектакль, всегда перекраивал чуть-чуть по-своему. Стремились туда что-то внести новое. Вообще, это замечательная совершенно традиция. В классических балетах каждый интересный танцовщик или танцовщица все время искала что-то, что отличало бы ее от предыдущих поколений. Какие-то новые красочки находила. И когда я ставил, конечно, этот спектакль, то я тоже поставил его, в общем, почти весь так заново, именно хореографически. Но я сохранил и обязан был сохранить всю эту канву. Именно стиль, как они должны были. Не в современной абсолютно манере, и не в классической редакции, и не в упрощенной этой, а вот разнообразие какое-то, смешение этих красок всех было в этом танце. Единственное, что осталось абсолютно неизменным, это танец «Мерседес» с Торадорами. Thank you.